Срочи брит. Шосте. Листопада 2021 года. Обзор разобратой станции. Стрелок. Дивимся, что тут осталось. И там по удалению два поезда идут. Один и другий. Путейская казарма. Тут выходной. Н3 не действующий. Тут был съезд. Уже темно. И вот тут была стрелка на третий путь. И там на четвертый. Сейчас едет 6.19, за ней снимем. Четная горловина бывшей станции Сорочий Брод. Вот тут съезд был, там 2-4. Тут стрелки были на четвертый и на третий путь. Он по удалению что-то едет, а мы сейчас к этому едем. Посту ЭЦ. Входные Н2 и разобратый Н4. Выходной Н1 красный. Там что-то походу Хундай на Одессу или на Львов стал. Вот пост ЭЦ Сорочий Брит. Сорочий Брит. Вот бывший четвертый путь. Это второй на Киев. Вот сейчас смотрим, ушла электричка. Вот первый путь. Контактная сеть еще осталась по боковым путям. Интересно, как снимать будут. Но... И вот нету на третьем пути тоже. Все. По устанок. Выходной Н1. Ой, Ч1 и Ч2 еще есть. Остальных нету. В принципе, останавливаться можно не обязательно возле них, но может и остановлюсь, время есть. Все. Вот это шкафы, те, что были в прошлом видео. Остатки. Вот это пост ЭЦ. Вышка для связи. А ну ж, подписчики, что это такое? Как правильно называется? Для энергетиков повреждения вроде устранять. Службовый прохит. Вот это была входная дверь в дежурку. Вот тут дежурная сидела на моей памяти. Вот окна. Все уже. Все. Нету ничего. Вот такая она была. Десятка. Входные фидера. Первый, второй фидер. Все. Такое. Вот тут были. Четвертый путь. Вон там сейчас мне поможет ВЛ-80 присветить. Ч1 и Ч2, но тут... РЖД состав, углерод и газ идет. Нечетная горловина бывшей станции Сорочий Брод. Вон там это направление поставится платформы. Были стрелки. Вот здесь тоже были стрелки. Вон даже видно светофор маневровый.
посмотрим. Вот кончается щебень съезда. Вот новый. Вот так. Видно. Тут так. Вот. Бывший маневровый М1. Вот и застык. Дросселя. И вот там дальше был съезд. А то у нас на Киев. Пилорама.